Добро пожаловать в Сурфпанк. Приветствуем тебя. Только ты сможешь навести порядок в этом безумном апокалиптическом мире. В путь. Карта. Так, что у нас тут? Угу, первая локация. Атаковать. Так, это что же за жанр игры-то такой, интересно мне знать. Боевка? Так, электрические против радиоактив... Воу! Это твоя миссия — очистить дороги от вражеских баррикад. Твой танк стреляет по ближайшим врагам автоматически. Вызов юнита тратит энергию. Энергия восстанавливается со временем. Понятно. Ну-ка. А почему ты там-то? Эй-эй-эй, а, вот они, пошли. На-на, с дробовичка. Ты-тыч. Еще вызываем. Слушай, знаешь, что мне напоминает эта игра? Вот именно, что танк у нас здесь, да, и солдатики. Вперед на зомби-войну. Чем-то, да? Ну, первый этап, конечно же, самый простенький. Это как обучение у нас идет. Все, я думаю, танк проедет теперь спокойненько. Оу. Так, мы с тобой получили монетки. Я вижу новый юнит у нас. И какие-то руны. Так, это у нас получается Tower Defense, да, игра? Так, сюда нажать? Бесплатно. Дайсы-порталы. Крути дайсы и получай карточки юнитов. Пехотинец. За 30 монет я могу еще крутануть, ребят. Ага. BB-200. Забираем. Новый юнит. Так, это у нас Солары, обычный, универсальный. Так, ну, в общем, понятно. Все. Так, отлично. Теперь пора настроить боевую команду. Сюда, да, кликнуть. И... А, улучшить. Понял. Увеличить уровень. Вот, значит, для чего нам нужны эти штучки. Теперь я понял. Так, я тогда этого могу улучшить, ведь так... У него появляется какой-то рюкзачок. Нет доступных артефактов. Ага, еще артефакты здесь будут. Ну-ка. Ох ты, какие тут солдатики. Ну что, друзья мои, я так понимаю, идем на карту. Требуется уровень 2. У меня пока первый уровень. Сундуки. Скоро клановые войны. Понятно. Так, ну что, второй этап. Первая карта, второй этап. Ого. Тут уже вон какие у нас. Атаковать, ребят, я что, думаете, буду на них тут любоваться, что ли? Нет, конечно. Ну вот что там за хищники такие появились у нас. Это уже интересно. Песик, елки-палки. Это рейдеры универсальные. Любимый питомец рейдеров. Опасные только в стае. А поодиночке типа не опасно, да? А ну-ка давай посмотрим. Накося, выкуси называется. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, бласт, ярость для бласта накапливается быстрее, если на поле боя умирают враги или твои юниты, если танк получает урон, а также когда подбираешь бонусы с врагов, понятно. Атаковать надо, да? Накося, вот и все. Блин, ну это, ребята, жестко. Это жестко, блин. Так, мне нужны... Блин, только второй уровень, я уже, ребят, по-моему, получаю звездюлей. Хотя... Хотя вроде терпимо. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Валим этих рейдеров-супостатов. По-другому их надо... Все, ребят, по-моему, у них кончились. Нет, не кончились. Но тут уже все, ребят. Мы их прижучили, поэтому... Домик или базу их не в хлам. Опа! Ну, это прямо, знаете, на кого напоминает мне, ребята, хищника какого-то, если честно. Так, ладно, у нас с тобой получается 3 новых юнита. Доступны очки для распределения. Здесь можно прокачать наши улучшения. Понятно. Давай посмотрим. Получай. Побеждай в боях и получай очки улучшений. Значит, это очки улучшений. Улучшай своих юнитов и танки с помощью очков улучшений. Так, увеличение количества золота с битв. Понятно, сделаем. Так, увеличивает ХП всем танкам. Всем танкам. И все, ребят, больше я ничего не могу сделать. Здесь хранятся боевые машины. Давай немного прокачаем
твой танк. То есть танк я тоже могу прокачивать, оказывается, да? Улучшаем. Такой танк, чувак там сидит. Буханка 3000. Буханка 3000. Ты серьезно? 40 монет, давай крутанем, еще выпадет нам. Так, Скорпион это вот кто. Новый юнит, я его улучшу. Ага, улучшил аж 20 раз. Подожди, ну ведь можно же улучшить. Так, тут еще какой-то магазин. А, ну магазин, ребят, ну конечно же. Это VIP-подписки и тому подобное. Пошел-ка я на карту. Что-то мне такое впечатление, что сейчас нас тут... Вот сейчас нас разберут. Ох ты, возможно, награда, ребят, какой-то чувак. Видимо, ближник. С такой увесистой булавой, судя по всему. Окей. Давай, так. Это кнопка роста энергии. Активировав ее, увеличивается скорость выработки и максимальное количество энергии. А также прибавится один слот юнита. Ага. Оу, я понял, 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 в чем здесь. Ну-ка. Чун-чун-чун-чун, Скорпион, смотри. На... Ой, а что ты такой? Эть. Хотя... Не, нормуль, нормуль. Нормуль, друзья мои. Слушай, ну он шпарит великолепно, если честно. Скорп это вещь. Вообще сжигает на изи. Так-так-так-так, тихо-тихо-тихо. Давай потрошить. Вот и все, ребята, стоило-то тут дергаться. Все-таки мы получили, друзья мои, вот этого чувачка. И наша сейчас задача посмотреть, что он из себя представляет. Новый юнит. Кто же ты такой? Кто ты такой? Берзеркер. Ну, это, видимо, скорее всего, берсеркер должен быть. Так, а я могу этого улучшить? Ведь могу же? Денег хватит у меня. Эть, улучшение. Тут еще артефакты будут, ребят. Так, монетки есть? Крутим. Опять Скорпион выпадает, да? Ладно, тоже неплохо. Так, ну что? У нас с тобой мало очков, поэтому пока, я думаю, этого будет достаточно. Пока. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять карт у нас здесь. Необходим 15 уровень. 80 уровень. Ё-моё, карта... А карта здесь, ребята, немалая, немалая. Ну что же, поехали. Так, опа, у них кто-то новый, ребят. И у нас тоже, если мы выиграем, у нас будет какой-то, типа, ассасина, что ли. В плаще, знаешь, как эти пустынные воины. Типа того. Их обычно всегда в плаще, в маске, да, вот эти, с очками. Новый враг Фурия. Она беспощадный стрелок. Хороший урон, но мало здоровья. Главное подобраться к ней поближе. Подобраться к ней поближе? Ой, а вот... А почему Скорпион у меня как-то... А, понял, все. Так, давай проверим. Вот он, ребят, с увесистой булавой. На тебе! На! Поднимите контейнер, и у вас прибавится немного энергии. Это как в Tower Conquest прям, ё-моё. Давай, давай, родные мои. Так, поднимите ящик с боеприпасами, это даст вам заряд на бласт. Заряд на бласт, как, что за бласт? Не, мне вот эти скорпиончики вообще нравятся, если честно. У него тут, кстати, тоже такая база нехилая, посмотри. Правда, она почему-то не стреляет, или я просто не замечал, что она стреляет? Стреляет она. Ну так ничтожно, что... Так, дай сюда. Ну-ка, давай двоих сразу же. Чун-чун-чун. Воу! Это его пушка так сейчас шарахнула. Слушай, ты давай завязывай это тут дурковать. Ничего себе, начинает он мне тут. Да, друзья мои, мы получили с вами вот этого вот. Он как раз, по-моему, со снайперской винтовкой-то и есть. Этот пустынник. Новый юнит. Кто же ты такой? Койот. Ну да, я тебе говорю, типа пустынника. Так, он у нас в команде. Крутить. Ох, у нас 138 монет. Я могу себе позволить крутануть. Прокачать Скорпиона могу. Так, и пехотинец. Не получится у меня прокачать Скорпиона, потому что я все бабузи. Так, доступны очки. У нас 5 очков. Увеличение универсального урона. Увеличение брутал урона, хоррор урона, сай-фай урона. Это что такое? Увеличивает скорость ходьбы у миротворцев. Я вообще сейчас не понимаю, о чем речь идет. Давай увеличение урона танка сделаем. Так, поехали.
пятая миссия у нас. Возможная награда. Ох ты, сундук плюс бугай какой-то. А что там против нас? Какой-то мусор будет воевать? Кто? Или крысы какие-то механические? Что там за... Новый враг. Крыса-кит. Это мутант-хоррор. Стаи крыс пожиратели останки мутантов и превратились в ядовитых гигантов. О-оу, о-оу. Такая музыка еще. Тихо-тихо-тихо-тихо, мутанты. Воу. Не, нормально, нормально. Скорб дает, дает, ребята, джазу. Так, я хочу посмотреть вот этого юнита. Ха, с дробовичком, прикинь. Ну-ка. Фига он. Это он? Ага, он с, дробашом, ребят. Смотрите, какая у них тут база. Ой. Оу, щит. На, правильно, вот так вот. Их, не, ну вышибал этот прикольный чувак. Так, забираем. Блин. Твою дивизию, ну. Блин, койот нормуль, нормуль койот наяривает. Ну его сейчас уничтожат. Так, мне знаешь что? Что этот, блин, что он там делает, ребят? Ты что такое было сейчас? Это его ульта по ходу дела, да? Слушай, а что это у нас тут? А, это я понял. Тихо, 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 тихо. Давай так вот сделаем, наверное, с тобой. И вот так вот. Энергия. Еще одного койота возьмем. Скорпиона. Давай, давай, танк. Он, кстати, очень много поглощает урона. На-кася, выкуся. Замутили тут мутью мне, понимаешь ли. Так, друзья мои, мы получаем с вами легендарный сундук плюс фиолетового воина, электрический он. Так, забираем 219 монет. Давай-ка, наверное, улучшим нашу, увеличим награду. Так уж и быть. Так, ну что, продолжить, естественно, ребята. Вот она, наша супернаграда. Слушай, ну мне этот амбал нравится. Он фиолетовый, значит, он не просто так. У тебя кончается золото, давай возьмем немного из шахты. Оу. У нас, оказывается, еще шахта здесь есть, которую можно улучшивать. Прокачивай емкость тележки и вместимость шахты. Золото не добывается, когда хранилище заполнено. Обязательно, да? Так. Все, я понял. Сундуки. В этой комнате хранятся все сундуки, найденные на поле боя. Конечно, я взломаю. Ох ты, 9 карточек, ребята, на этих дронах. Оу. Слушай, увеличить награду, конечно. Так, друзья мои, я увеличил, только я не получу. А вот это вот дополнительно мне как бы дали, да? Ну, сам понимаешь, прокачивать юнитов обязательно надо. А без них мы далеко не уйдем. Так, что у нас еще? Бонусных очков нету. Можно, наверное, крутануть 120. Сундуки, скажем, разом все дороже и дороже, я так понимаю, становится, да? Так, а дай-ка я лучше прокачаю те, что у нас уже есть. Так, новый юнит, команда. Это у нас дядя Бэм. Миротворец, эпический. Тут у них еще, ребят, на пятом уровне что-то откроется. И первый, второй уровень. Так, понятно. Скорпионы. Улучшить. Так. Но я не могу ничего ему, ребята, пока положить в этот. Где-то еще должны быть артефакты. Это солдат обычный. Скорпион, оказывается. Просто обычный. Ага. Улучшили. Этого теперь. Берсеркеры. А как понять, когда мы повысим ему уровень? Хм. Интересно. Интересно. Так, ну что, друзья мои. Погоди секунду, погоди, погоди, погоди. А это что такое тут? Ой. Ой. Ёк-макарёк, тут. Тут еще, оказывается, есть какие-то. Так, доступны очки. О, очки для распределения, да? Увеличение количества золота в бою. ХП. Хотел сказать, сейчас еще что-нибудь сделаем, а? Увеличение универсального урона. Все. Так, требуется 10 уровень, скоро клановая. Так, понятно. Ну что, идем на карту. У нас с тобой 6-я миссия.
Так, возможно, награды. А смотри-ка, тут уже какие-то друзья мои зомби и крысы, ко всему прочему. Зомби и крысы. А дядя Бэм со мной пошел или нет? Хватило места для него? Надо же его протестить. Это эпический дядя Бэм. Новый враг. Мутанты универсальные. Медленный, разлагающийся мутант. Слабый противник. Но зато, наверное, их орды. Музыка прикольная здесь. Ну-ка давай. Блин, нифига себе слабые, говорят. На, на. Ой, ой. Бедный мой танк. Щет, щет, щет. Давай, друг. Вон дядя Бэм же, ё-моё, Бэма не взял. Выходи, дядя. Такой трон, ё-моё. Устройка им... Так, что тут у нас? Когда вы видите индикацию над врагами и над призванными юнитами, это значит, что этот враг более уязвим перед вашим юнитом. Ну это как в череп... О, дядя Бэм, ты посмотри, что он делает. Он просто рвет. Ну, кроме зомби, конечно. Зомби он... Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Тихо-тихо-тихо-тихо, роднурки. Я бы, конечно, сейчас танк бы... Ой. А я тогда... На. Думаю, ты один такой умный. Давай, 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 Берс. Эх, не дожил. Зомби, вы достали. Так, отдай сюда. Во. Бэм, давай вперед. Бэм красавчик просто. Бэм красавчик. Ну вот, койота, койота нужно призвать. Энергию дайте мне на койота. Это Бэм, что ли, так сделал, ребят? Просто уничтожил. Так, и опять же деньги. Увеличиваем награды. Так, ну что, все это дело мы с тобой забрали. Но дядя Бэм, конечно, да. Понравился мне. Так, давай-ка танк мы свой. А что мы сделаем с танком? Тут пока ничего не сделаем, ребята. Нужен 10 уровень. Вот оно как. Только после этого мы его сможем прокачать. Шахта золотая у нас пашет. Карточек у нас пока новых нету. Поэтому идем с тобой опять на карту. Ох ты, это кто такой? Возможно, награда. Это что еще за чувачок там новый? Новый враг против нас идет, друзья. А нам что-то пока не дают никого. Культист. Одержимый последователь культа. Умеренные силы враг. Лучше держать его на расстоянии. Смотри, какая база у них. Сразу прокачку начну. Лучше держать его на расстоянии. Кем? Скорпы, вперед. О-о-о-о-о, они крепкие. Они еще с какими-то клинками, ребята. Давай, 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 давай. Бэм, выходи. Устрой-ка им тут карнавальную ночку. Выпотроши их, пожалуйста. Вот кто, койот сейчас тут, ребята. Блин, я боюсь, что он сейчас ульту примет. Ух ты, а что это за... Ты видел? Мой берс разогнался такой. Уф. Все, базе крышка, ребят. Хе-хе-хе. То-то и оно, то-то и оно. Ну что, забрали с тобой наградочки все эти. Давай дальше посмотрим. Так, ну, крутить, да, можно крутить. У нас денег сколько? 2,8 тысяч, да? Так, поехали. Койот, шикарно. Так, скорпы. Пехотинцы. Опять скорпионы. Оу, дядя Бэм, собственно, персона, ребят. Опять койотик. Так, ну что, пока, наверное, достаточно, да? Давай-ка мы Бэма нашего качнем. Улучшить, естественно, ребята, его улучшить. Сай-фай. И, конечно же, койоты. Вот так вот. Очки, очки, очки доступны у нас. Увеличение количества золота с битв. Нет, лучше, наверное, вот этот. Урон танка. Хотя золото... Ну, ладно, нормально. Ну что, давай смотреть. Так, ребята, у них, блин, у них враги, скажем, разом все... Новые-новые нам пока ничего не дают из нового. Нам только дают награды. Обычно в виде денег, в виде ресурсов, да, и тому подобное. Так, это новый враг. Каро, продвинутый прислужник культа, наносит урон нескольким юнитам. Хи-хи. Вы серьезно? Нескольким юнитам? Так, тихо, 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 культисты. Так,
Давай, 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 быстрее появляйся. Шмаляй. О, он еще и отталкивает их, это круто. Вот это плохо, ребят. На. Сынок. Поехал, бэм. Отлично. Берс, давай свою скорость. Во-во-во-во, бежит, бежит. Не добежал чуть-чуть. Ну, он красавец, бэм, просто красавец, ребята. Это эпический персонаж, у нас, смотри, какая-то аура. Аура какая-то появляется. Видел, такая зеленая. Слушай, ну круто. Так, а мне нужно обязательно... Или как? Или я могу пропустить? А, я могу пропустить, да, увеличение золота. Я думал, что это как в обязательном порядке, но нет. Можно пропускать, оказывается. Так, 9 уровень, ребята. На 10-м 100% что-то должно быть у нас новенькое. Опять эти мусорные крысы плюс... как их звать-то? Зомби. Зомби-зомби, да-да-да, именно они. Музыка прикольная. Начинается такая... Так, бэм. Разберись, пожалуйста, с этим отребьем. Тыч, тыч. Так, нет, он что-то один. О. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько их там. Но бэм нормально держится против них. Очень круто. Так, прокачка пошла. Давай сюда. Щеглы. Вот это я понимаю, вот это команда. Койота нам нужно вызвать. Ну-ка, шмальнем разочек. Блин, вообще-то я хотел шмальнуть. Вот. Так, поехали. Койот на прикрытии будет. Блин, и тут много, слишком много, ребят. Ой, порвали. Что так у вас дофига-то там? Бэм, выходи быстрее. Твою дивизию. Что-то сложновато становится. Так, ну, базе крышка, ребят. А почему у них база 9 уровня, а у меня танк 1 уровня? А, ну потому что я не прокачивал, да? Понял. Танк же нужно прокачать. Подожди, а я не смогу прокачать, пока мы не получим с тобой 10 уровень. Чего только 10 уровень? Миссии или чего? Ну-ка, погнали. Поселение. Мирные поселения захвачены. Освобождайте поселение, и они будут приносить прибыль. О, как. Ну-ка. Что это за поселение, друзья? Ого. А это что еще за титька таракания? Я не пойму, что это такое, ребят. В любом случае атаковать надо. Какая-то слизь непонятная. Или это... Не, это не крыса, это слизь, ребят, какая-то. Это зараза. Биологическое оружие культа. Слабые, но крайне мерзкие. Крайне мерзкие, да? Вон она, слизь, ползет. Скорб, давай посмотрим, как ты. Так, нормуль. Пока все хорошо, ребят. Два раза нужно выстрелить, да, ему? Бэм, выходи. Фига, чувак наяривает. Он мощный. А ну-ка, с разбега. Беги. На. Оу. Ребята, вам не кажется, что... Что пахнет керосином? Ты посмотри. Ну-ка, дай сюда. Такая музыка. Давай бомбить. Так, он сейчас тоже, наверное, ульту какую-нибудь звезданет. Так, погнали. Ай, господи. Давай, родные мои. Вжучивание. Ёк-макарёк. Вот это он бумкнул, а. Вот это он бумкнул, друзья. Я ж немножко припупел. Блин, мне нравится, что он наталкивает противников назад. Вот это, конечно, круто. Давай, 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 родные мои. Идем, идем, идем. Бэм, помогай. Да что такое? Какую-то фигню он там применяет, а? Против меня. Давай, беги. Ты стартуешь слишком рано. Тебе нужно поближе подойти и потом бежать. Ну, базу мы разнесли, ребят. Фух, мы с тобой спасли, я так понимаю, это поселение. Если это было поселение, конечно. Я не знаю, сейчас нам, наверное, покажут, осведомят все-таки.
Не, не осведомят. Нет, ребята, не осведомят они нас. Хотя... Подожди, это что? А, собрать. Гемчики, ребята, пошли у нас копиться. Вот оно как. А это что такое? Подожди. А, это мы с тобой начали так. И теперь вот. 10 уровень, друзья мои. Опа, возможно, награда. Это что такое? Это надо, ребята, получить обязательно, глянуть, что это за установка такая. Может быть, для нашего танка какая-нибудь приблуда. А может быть, какой-нибудь супер-пупер портал внеземных цивилизаций. Главное, чтобы мне тут эти чудики не порвали кое-что не внеземное, блин. Давай. Так, это те же самые зомби, да? Только... Ой. Давай, родной койотик мой. Блин, та хламонка тут. Ну. Ай-яй-яй. Давай, Бэм, выходи, тут без тебя ну никак просто не справляемся. Еще одного койота. Давай, рвем. Так, нормуль. Блин, я боюсь ульту. Сейчас применит. Поэтому как бы не хочу тут всех вызывать. Прокачаемся. Спасибо. Блин. Голодранцы что творят, а? Да, что-то ребята тут... Да что ж вы так близко-то подходите? Пора. Есть. Так, что же мы с тобой за приблуду такую получили, а? Давай-ка посмотрим. Ведь должно быть и описание вот этой штуки. Здесь хранятся контейнеры, мощные девайсы, из которых можно достать артефакты для твоих юнитов. Артефакты, говоришь? Открыть. Так, находи конвертеры. Так, освобождайте пустоши, захватывайте конверт. Создавайте артефакты и снаряжайте юнитов. Открыть. Создать бесплатно. Ускорить. Бесплатно. Создан. Броня, что ли, какая-то? Новый артефакт. Броня 6,3%, урон 10,4%. Хранилище. Так. Команда. А почему именно этому-то, блин? Ну, ребят, ну почему сразу первому рядовому? Может быть, я хотел другому поставить. Так, там, по-моему, еще у нас есть с тобой, да, контейнер? Давай-ка крутанем, наверное. Ага, койотик. Еще койотик. Еще койотик. Так, и берсерк. А, можно снять. Так, еще открываем. Или что, или создаем, да? Нас хватает? Хватает. Ускорить. Час делаться будет, ребята, артефакт. А ускорить можно было бы за гемой. Но гемов у меня нету. Так, ну что, дорогие друзья, наверное, на этом будет пока достаточно для первого обзора. Пишите свои комментарии по поводу этой игры мне. И мы увидимся тогда в следующей серии. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.